И дан старт призу открытия скакового сезона. Чуть-чуть замешкался на старте Калашников Голд, оттолкнул рядом стоящую лошадь Харвея. Ну а перед трибунами Копирайт вывозит Мирзабека Капышева в лидеры. И довольно сильно налегает на повод. Не очень хороший знак на самом деле. Копирайт лидирует. Рядом с ним по бровке князь Заур. На третьем месте Броски и Руслан Сижажев его тоже сдерживает. Калашников Голд пятым колесом выезжает сейчас на второе место, и Алихан Махцев его тоже сдерживает. Калашников Голд вывозит Алихана Махцева в лидеры. Обходит он сейчас Копирайта при выходе на противоположную прямую. И ведет скачку Калашников Голд. На втором месте тут же Копирайт. Мирзабек его сдерживает на прямых ногах. На третьем месте идет князь Заур. На четвертом Проски. На пятом месте Руслан Круглыхин на Турахане. Далее Голденшторм. Остальные подрастянулись. Лошади идут по противоположной прямой. Скачку сейчас замыкает Азан. И смотрите, Азан в песни попадает. На нем Рустам Панджоков посыльей. Но, видимо, Азан совершенно не в той форме, чтобы сегодня за победу бороться. Тем временем лошади входят в последний поворот. Скачку ведет Калашников Голд, но тут же рядом с ним Копирайт. Мирзабек Капышев не пускает лидера вперед и перехватывает первое место. И лидирует в последнем повороте. Копирайт впереди. На втором месте Калашников Голд. Есть у него чем ответить. Они далеко оторвались от всех остальных. И финишная прямая. Копирайт впереди. Тут же Калашников Голд. Калашников Голд начинает свою атаку на лидера. Но вот тут его Алихан Махцев немножко попросил. И врывается в лидеры Калашников Голд. И лидирует по финишной прямой. И отрывается от Копирайта. Итак, Калашников Голд приближается к финишу. Копирайт вторым где-то на корпус сзади. Последние метры дистанции. И Калашников Голд. Копирайт вторым. И Азан таки вышел на третье место.